Небольшая предыстория перед видео. Сегодня приехал на рыбалку, сидел от меня слева один рыбак, метров 20, и справа, метров 20 от меня, второй рыбак. Они половили 4 часа, сказали, что сегодня ничего не клюет, места для них знакомые, насадки уже проверены, но рыба сегодня напрочь отказывается клевать. То ли погода, то ли ветер, то ли фаза луны не та. Но я же отлично отловился, мне была фаза луны, ветер нипочем. Как такое могло произойти, что двое рыбаков, знающие это место, и у них были проверенные насадки, уехали ни с чем, а я отлично половил рыбку, и садок мой совсем не был пуст. Как такое могло произойти, вы узнаете в этом видео. Бонжур, дамы и господа, я рад вас приветствовать, лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев. Итак, мы на реке, сегодня будет крутая рыбалочка, я на плотвинном месте, вернее, как плотвинная, когда ловил на китике тычапи, здесь у меня клевала плотва, поэтому я решил приехать сюда целенаправленно и половить ее. Сделал интересную прикормку, шоколад, плюс перемолол много семечек, все это высыпал в эту рыболовную прикормку базу, краской закрасил, насыпал опарыша, и вроде бы пока готово. Сделал перловку с добавлением приправы карри. Огромнейшее, просто гигантское спасибо Василию Чупрису, что подсказал мне про приправу карри. Она отлично подходит для ароматизации перловки. Также огромное спасибо Наталье Рябцевой, которая постоянно твердила мне, попробуй половить на перловку. Но я что-то все тупил и никак не мог ее сделать. В итоге, когда наступил ноябрь, я наконец-то добрался до перловки. Но лучше позже, чем никогда. Погнали дальше. Есть у меня опарыш, есть у меня немного мотыля, есть у меня червь. Не понравилось мне, что вчера с вечера была хорошая погода, облачно с прояснениями, ночью влупил сильный ливень. Понятно, что уровень воды поднялся, понятно, что вода и так была мутная, стала еще мутнее. И неизвестно, как на это отреагирует рыба. Ну, я буду стараться. Прыгайте в мой баркас и поплыли на рыболовные приключения. Пока все советуют и говорят, мы с вами берем и делаем. Ветер уже начинает усиливаться, у нас пасмурно, гонит низко тучи. Погода, конечно, такая депрессионная, я бы сказал, не радует. Ну, что ж, чем хуже рыбаку, тем лучше рыбе. Проверим. Рядом там пришел еще один рыбак, ловит окунь, ёршик, все, ерши, окуни, тень без проблем, клюю, только давай червя. Опарыш что-то дёбает, еле-еле иногда. Рыбак рассказывает, что вчера здесь был, на червя отлично клювала плотва. Выслушав историю, что вчера отлично здесь клювала на червя, я и сам буквально позавчера здесь был, и на опарыша с червем тоже ловил плотвичку, поэтому решено было делать упор на червя и опарыша. Вначале ловил чисто на червя, клювали маленькие окуньки, потом перешел на опарыша, на бутерброды, стали клювать раки и обсасывать насадку. Настроение было испорчено, собирался уже ехать домой, но вспомнил, у меня же есть еще перловка. Ну какая перловка в ноябре, рыбе надо живой компонент, но все же решил попробовать. А вот и сработала наша перловочка, смотрите, хорошая густерка подошла на перловку. Ну что ж, перловка с приправой карри начинает показывать отличные результаты. Густерка на перловку. Это что-то такое непонятное. Малек. Я уже перешел на перловку. И? Густера стала поклевывать. Угу. Ловил на опарыш, клювала окушок мелкий, ёршик. Потом раки стали клевать. Червем, без червя. А вот сейчас стал вешать одного опарыша и одну перловину. Поймал одну густеру, и вот сейчас, мне кажется, тоже где-то густера должна быть. А не, плотвина. После двух часов перебора насадок, наживок, червей, опарышей, мотылей, подобрал вроде бы ключик. Одна перловина и один опарыш, замоченный в воде, чтобы не шевелился, потому что на него очень хорошо клюет окунь и ерш. Когда же он не шевелится, утонул, тогда уже не так на него реагирует хищник. И вот поймал густеру, потом плотву, потом еще одну густерочку. Как бы вроде бы дело начинает потиху двигаться, потому что до этого червь, сплошные окунята, опарыш тоже сплошные окунята,
просто утопленный опарыш, вообще ничего не клевало. А вот опарыш живой, это тоже окунята и раки. Поймал уже два рака. Так что решил я ловить теперь на перловку. Пока что на нее не споймал ни одного рака. Хотя я знаю, что раки тоже на перловку отлично клюют. Упала леска от стрелбы. У меня такое ощущение, что или клюнула небольшая густерка, и ее лупанул хищник. Или я не знаю, что-то тянул. Тяну такое, по ощущениям, хорошее. Не было поклевки, стоял фидер, только пух, от стрелы леска упала. Что это, я так и не понял. А вот что это. Шикарная огромная плотва. Один опарыш и перловка. Перловка спасает рыбалку. Перловочка. Да, отличная плотвина. Отличная плотвина пожаловала. Ну что, перловка в очередной раз спасает рыбалку. Решил проверить на червя. Может, уже плотва и червя будут есть. И итог вот такой. Только перловка. Подходил только что ко мне рыбак. Интересовался. Говорит, что ты тут такое ловишь, что один фидер, то второй. У них же, что у рыбака слева, что справа. Раз в 20 минут там такой окунек на червя или на опарыша клюет. Или ёршик. В основном доколупывают раки. Ну а я же тут бегаю только одному, только второму. Перловка не дает скучать. Насаживал вначале перловку с опарышем, потом попробовал без опарыша, отлично клюет без опарыша. Ушел от опарыша полностью. Мотыля утром надел, что-то мне не понравилось сразу. Окушки, ёршики. Червя надевал. Разные бутерброды тоже. Окушки, ёршики. Сейчас тупо на перловку. Ноябрь месяц, я ловлю плотву подлещика на перловку, кто бы мог подумать, это, конечно, фантастика. Надо менять, наверное, крючки. Крючки небольшие, перловка какая-то большеватая. И уже, наверное, третья или четвертая поклевка, что дернет, вытягиваешь, перловки нету. Поставлю, наверное, побольше крючок, чтобы лучше засекалась рыба. Хотя посмотрим, еще если вот сейчас опять клюет и я не могу поймать, опять вытяну, а перловки нету. Тогда ставлю я побольше крючок. Хотя большим крючком могу отпугнуть рыбу. Но будем надеяться, что это не произойдет. Один фидер кидаю вот этот на середину реки, а второй ближе к тому берегу. И на вот этот поклевывают ближе, который к берегу плотва, а который на середине, на него в основном поклевывают подлещик. Прикольно, то бишь подлещик держится в центре реки, а плотва вдоль берега. Снял поводок и вот закинул, первая же поклевка, сразу засечка. Блин, все-таки видите, как подмотыль, опарыш, червячок, небольшие кусочки надо, маленькие крючки. А вот про перловку надо побольше, и отлично заглотила. Так что перловка, меняем крючки, ставим больше. Перловка, засыпанная карри, выглядит у меня вот так, желтенькая такая. И после каждой поклевки надо обязательно менять перловку, потому что когда достаем, она уже белая, аромат с нее вышел. Если повторно закидывать, я уже пробовал, клева нет. Как только надеваешь новую, вот эту вот с карри, тут же поклевка. Поклевочка. Только закинул, тут же, только фидер положил, отходил сразу поклевка. Ну не знаю, на лету, мне кажется, что это какая-то густерка взяла. Нет, друзья. Отличная плотвина в заглот. Ловим. Перловка. Отлично сработала. Точка была на дальний, что-то он застоялся. И вот перестала клевать на ближний фидер, который кидает на середину. Начала клевать на дальний. Ну, смотрите, как рыба. То к середине реки, то обратно по краям. То к середине, то по краям. Вот так вот два фидера и выручает. Один на дальнюю дистанцию, второй на середину реки. Ну, судя по тому, как сопротивляется и мотает головой, это, скорее всего, плотва. Ух ты!
Вот это экземплярчик. А смотрите, что это у нее? Ее кто-то влупил. Ой-ой-ой-ой. Ну смотрите, какая она большая. Ёлы-палы, стоять, стоять. Смотрите, какая шикарная плотва. Обалдеть, супер. Проснулся. Опа! Есть! Есть плотвичка. Да, бойкая. Ой, дальняя точка поддергивает. Густера. Как хорошо, что у меня сегодня перловка. Блин, это я бы сегодня ушел ни с чем. Ну, один фидер лежит на берегу, только что споймал небольшого подлещика, не стал снимать. Думаю, для вас это уже не в диковинку такую рыбу видеть. Ну а здесь что-то вроде бы посолиднее. Решил я включиться и посмотреть, что это к нам пожаловало. Рыбаки сидят, что-то грустное, только на меня поглядывают. Плотва, скорее всего. Нет, подлещик. Смотрите, друзья, какой красавец. Цепил. Дёвбало. И на очередном таком подергунчике я хлобысь. И вот что-то тяну. Ну, такое по сопротивлению или хороший подлещик, или хорошая плотва. Что это у нас такое? Ух ты, какая плотвина. Пожалуй, я возьму на этот раз подсак. Опа! Сейчас я вам ее покажу. Ить. Иди ко мне, дорогая. Блин, кинул подсак на второй фидер. Ну что, а? Красотулечка? Шикарная осенняя плотва. Песня. Супер! Сегодняшнее видео яркое доказательство того, что не всегда на проверенных местах, проверенных насадках будет клевать рыба. Вчера на вот этих местах отлично ловили на червя, сегодня люди с червями остались без улова. Хорошая рыбка к нам пожаловала. Возможно, это шикардосная плотвина. Вы знаете, так хорошенько мотыляет головой. Я думаю, грамм под 300 в ней должно быть. Или это здоровая плотва, или это хороший подлещик. Сегодня немного у меня таких сопротивлений было на крючке. Подлещик. От зараза. Вроде бы и не очень большой. Ну, скажу вам, сопротивлялся он. Перловка полежала наша вот так вот в пакете. Я здесь разорвал, брал ее. И, блин, попала туда какая-то влага. Походу, она разбухла, раскисла. И теперь плохо держится на крючке. Что я делаю? Надеваю эту перловку кое-как аккуратненько. И потом еще подсаживаю опарыша. Опарыш у меня уже действует как держатель, чтобы перловка не так сильно слетала с крючка. Вроде пока получается. Но на будущее я буду знать, что обязательно надо ее в какую-то баночку закрывать крышкой. Так хранить нельзя. Вот такая моя ошибка. О, клюет. Перловочка. Да, отличная плотвина. Отличная плотвина пожаловала. Ну что, перловка в очередной раз спасает рыбалку. Решил проверить на червя. Может, уже плотва и червя будут есть. И итог вот такой. Только перловка. Подходил только что ко мне рыбак. Интересовался. Говорит, что ты тут такое ловишь, что один фидер, то второй. У них же, что у рыбака слева, что справа. Раз в 20 минут там такой окунек на червя или на опарыша клюет. Или ёршик. В основном доколупывают раки. Ну, а я же тут бегаю только одному, только второму. Перловка не дает скучать. Насаживал вначале перловку с опарышем, потом попробовал без опарыша, отлично клюет без опарыша. Ушел от опарыша полностью, мотыля утром надел, что-то мне не понравилось сразу. Окушки, ёршики, червя надевал, разные бутерброды тоже, окушки, ёршики. Сейчас тупо на перловку. Ноябрь месяц, я ловлю плотву подлещика на перловку, кто бы мог подумать, это конечно фантастика. Надо менять, наверное, крючки небольшие, перловка какая-то большеватая.
И уже, наверное, третья или четвертая поклевка, что дернет, вытягиваешь, перловки нету. Поставлю, наверное, побольше крючок, чтобы лучше засекалась рыба. Хотя посмотрим, еще если вот сейчас опять клюет и я не могу поймать, опять вытяну, а перловки нету, тогда ставлю я побольше крючок. Хотя большим крючком могу отпугнуть рыбу, но будем надеяться, что это не произойдет. Один фидер кидаю вот этот на середину реки, а второй ближе к тому берегу. И на вот этот поклевывают ближе, который к берегу, плотва, а который на середине, на него в основном поклевывают подлещик. Прикольно, то бишь подлещик держится в центре реки, а плотва вдоль берега. Снял поводок и вот закинул, первая же поклевка, сразу засечка. Блин, все-таки видите, как подмотыль, опарыш, червячок, небольшие кусочки надо, маленькие крючки. А вот про перловку надо побольше. И отлично заглотила. Так что перловка, меняем крючки, ставим больше. Перловка, засыпанная карри, выглядит у меня вот так, желтенькая такая. И после каждой поклевки надо обязательно менять перловку, потому что когда достаем, она уже белая, аромат с нее вышел. Если повторно закидывать, я уже пробовал, клева нет. Как только надеваешь новую, вот эту вот с карри, тут же поклевка. Поклевочка. Только закинул, тут же, только фидер положил, отходил сразу поклевка. Ну не знаю, на лету, мне кажется, что это какая-то густерка взяла. Нет, друзья, отличная плотвина в заглот. Ловим, перловка. Отлично сработала. Шка была на дальний, что-то он застоялся. И вот перестала клевать на ближний фидер, который кидаю на середину. Начала клевать на дальний. Ну, смотрите, как рыба. То к середине реки, то обратно по краям. То к середине, то по краям. Вот так вот два фидера и выручает. Один на дальнюю дистанцию, второй на середину реки. Ну, судя по тому, как сопротивляется и мотает головой, это, скорее всего, плотва. Ух ты! Вот это экземплярчик. А смотрите, что это у нее? Ее кто-то влупил. Ой-ой-ой-ой. Ну смотрите, какая она большая. Ёлы-палы, стоять, стоять. Смотрите, какая шикарная плотва. Обалдеть, супер. Проснулся. Опа! Есть! Есть плотвичка. Да, бойкая. Ой, дальняя точка поддергивает. Густера. Как хорошо, что у меня сегодня перловка. Блин, это я бы сегодня ушел ни с чем. Ну, один фидер лежит на берегу, только что споймал небольшого подлещика, не стал снимать. Думаю, для вас это уже не в диковинку такую рыбу видеть. Ну а здесь что-то вроде бы посолиднее. Решил я включиться и посмотреть, что это к нам пожаловало. Рыбаки сидят, что-то грустное, только на меня поглядывают. Плотва, скорее всего. Нет, подлещик. Смотрите, друзья, какой красавец. Цепил. Дёвбала, 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 дёвбала. И на очередном таком подергунчике я хлобысь. И вот что-то тяну. Ну, такое по сопротивлению. Или хороший подлещик, или хорошая плотва. Что это у нас такое? Ух ты, какая плотвина. Пожалуй, я возьму на этот раз подсак. Опа! Сейчас я вам ее покажу. Ить, ить, ить. Иди ко мне, дорогая. Блин, кинул подсак на второй фидер. Ну что? А? Красотулечка? Шикарная осенняя плотва. Песня. Супер! Сегодняшнее видео яркое доказательство того, что не всегда на проверенных местах, проверенных насадках будет клевать рыба. Вчера на вот этих местах отлично ловили на червя, сегодня люди с червями остались без улова. Хорошая рыбка к нам пожаловала. Возможно, это шикардосная плотвина. Вы знаете, так
хорошенько мотыляет головой. Я думаю, грамм под 300 в ней должно быть. Или это здоровая плотва, или это хороший подлещик. Сегодня немного у меня таких сопротивлений было на крючке. Подлещик. Вот зараза. Вроде бы и не очень большой, но скажу вам, сопротивлялся он. Вы уже все? А кушки поклевывали? Да. Плотва так и не пришла? Нет. Рыбак, который сидел от меня по эту сторону, уже смотался, ушел, ловил он на червя, ловил на опарыша. Было у него тоже два фидера, ну, споймал одного рака и пару вот таких вот окуньков и вроде бы одного ёршика. Сказал, что это не рыбалка, на сегодня хватит, свернулся и уехал. Хотя до этого, он говорит, ловил на червя, отлично клювала плотва. Вчера, по-моему, он даже говорил, сидел тут. Ошибка его была в том, что он с собой на рыбалку взял одну насадку, только червей. Понадеялся, что если вчера клювала на червя, то и сегодня он сможет отлично отловиться на червя. Но, как показала практика, раз на раз не приходит. Рыбак, который сидит по ту сторону, у него улов такой же. Два рака, по-моему, он говорил, споймал, пару окушков. Ни одной густеры, ни одной плотвы. Ловит тоже червь, опарыш. Я же знал, что здесь клюет на червя и опарыша. Тоже взял червя и опарыша и должен был, по идее, остаться с таким же уловом, как рыбак слева и как рыбак справа от меня. Но в последний момент я что-то вспомнил про свою подписчицу Наталью Рябцеву, которая постоянно мне подсказывала, приготовь перловку. И подумал я, что просто перловка, возможно, будет слабовато, надо ее чем-то дипануть. Написал Василию Чупрису, и он мне подсказал, попробуй карри приправу. Говорит, я на нее ловил, как бы ароматизировал отлично, показывала результат по плотве. Тут же я нашу перловочку засыпал приправой карри. И сегодня из всех, кто был рядом возле меня на реке, я единственный, кто споймал плотву, подлещика, густеру. Рыбаки же, кроме ёршика и окунька и рака, другой рыбы не видели. Если бы не перловка, сегодня у меня улов был бы такой же, как у них. Вот так вот в ноябре перловка, приправа карри спасла мне рыбалку. Ну что, вроде бы все рассказал, сейчас покажу улов. И не забываем, кто не подписан на канал и понравилось видео, хочет продолжать их смотреть, нажмите подписаться, нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новое видео. Кому понравилось видео, ставим лайк. Ну а у кого есть вопросы, пишите комментарии. Ну а я поеду домой, отогреюсь и на очередные рыболовные приключения. Еще кучу планов, кучу насадок, прикормок хочется вам показать, пока не стал лед. Потому что, судя по такому похолоданию, скоро мы выйдем на зимнюю рыбалку. И плюс впереди, не забывайте, битва рыболовных насадок. Это будет обалденное сражение. Пока карты раскрывать не буду, но забегая вперед, скажу, ни на одном рыболовном канале такого еще не было. Итак, что же я сегодня поймал? А поймал я сегодня, друзья, вот что. Вот такой вот у меня сегодня улов. Только плотвы, густеры, подлещиков я наловил. Ну а два рыбака, которые рыбачили один слева, один справа, уехали домой с пустыми садками. Так что проверенное место, проверенные насадки, которые вчера отлично ловили рыбу, это не показатель, что сегодня вы будете с уловом. Помните, всегда должен быть запасной вариант, запасной план. У меня же сегодня была перловка, которая шикарно спасла мне рыбалку. Если бы не перловка, поехал бы я тоже сегодня домой, не поймав ни одной нормальной рыбки. Помните, не всегда то, что работало вчера, будет работать и сегодня. Я этот урок усвоил. Поэтому, даже если будет место проверенное, даже если я буду знать насадки, которые надо там использовать, я всегда буду держать в запасе какой-нибудь секретик. Пока-пока, пока!